Добро пожаловать в AirDrop Prism. Для начала работы вам необходимо перейти по ссылке приглашению и нажать «Запустить». Вам предлагают выбрать язык и вести капчу для продолжения работы. Обратите внимание, если на вашем аккаунте Telegram не установлено имя пользователя, бот попросит вас это сделать. В окне справа показано, где находится данное меню. После небольшой регистрации, мы видим окно приветствия и навигационное меню. При первом использовании бота, ознакомьтесь с правилами проекта, которые вы можете найти в разделе «Помощь». Основные правила бота – это запрет на использование нескольких аккаунтов, а также автоматизированных программ имитации действий человека. В случае нарушения данных правил, вы получаете бан. Также в данном меню вы можете найти часто задаваемые вопросы и другие пункты, к которым мы вернемся позже. При регистрации вам дается 3 попытки поиска монет. В дальнейшем ежедневно вам дается 1 попытка. Жмите на поиск монет и получаете интересную историю или факт о криптовалютах. Также видим количество найденных монет и количество оставшихся кликов поиска. В разделе «Баланс» вы всегда можете увидеть состояние вашего счета и количество кликов на сегодня. Обратите внимание, количество непотраченных кликов сбрасывается ежедневно. Поэтому рекомендуем тратить сразу. Перейдем к выводу. Вы не сможете вывести полученные монеты, пока не выполните небольшое условие. Вам необходимо единоразово набрать 10 рефералов по вашей ссылке, и вы сможете выводить постоянно. Сделано это для масштабирования и популяризации монеты, что выгодно всем участникам. Ведь чем больше людей знает о монете, тем больше к ней интерес. Свою ссылку для приглашения вы можете найти в разделе «Пригласить». Можете разослать ее по знакомым в Telegram или скопировать для внешних ресурсов. Также в данном разделе вы можете посмотреть свою команду. Тут указан ваш наставник и все зарегистрировавшиеся люди по вашей ссылке. Рассмотрим другие разделы. Нажав «Обмен», вы найдете ссылки на основные биржи с торговыми парами Prism к криптодоллару. Эмитентов Prism становится все больше, поэтому выбранные биржи максимально ориентированы на разные страны с большим охватом аудитории и рейтингом в CoinMarketCap. Также представлены ссылки на видеоролики, которые помогут вам освоиться на данных биржах. Нажав на «Мозг», вы найдете дополнительные материалы, которые ускорят вашу адаптацию в криптовалюте Prism и помогут не делать типичных ошибок. Просмотр роликов не займет много времени, а пользы принесет немало, особенно для новых участников. Статистика проекта полностью открыта и ведется с самого старта проекта. Вся она актуальна и обновляется автоматически примерно раз в час. Также тут представлен топ участников по количеству приглашений. Все участники, набравшие 500 рефералов и попавшие в данный топ, получают удвоенный шанс выпадения и дополнительные клики ежедневно. Также в разделе «Помощь» вы можете найти инструкцию, как зарегистрировать кошелек Prism. Он пригодится вам для вывода с бота. Чуть ниже, ссылки на официальный сайт разработчиков и репозиторий GitHub, на котором содержатся все официальные ресурсы сети Prism. Детальнее с ними вы ознакомитесь в процессе изучения Prism. Также у проекта есть чат. При первом переходе вы получаете бонус. В чате вы можете пообщаться с другими участниками, задать свои вопросы, и там проводятся ряд мероприятий, которые позволят вам получить дополнительные клики на поиск монет. После приглашения 10 человек, мы можем сделать наш первый вывод. За каждого приглашенного вам дается 1 клик поиска монет, что делает этот процесс еще и выгодным для вас. Вывод средств доступен 1 раз в день. Поэтому давайте потратим наши клики перед выводом, а заодно посмотрим на шанс выпадения. Теперь можно приступить к выводу. Нас просят подписаться на новостной канал проекта, чтобы получать информацию о обновлениях и новостях Prism. Далее вводим капчу. Нам дублируется инструкция по регистрации кошелька, в случае, если вы его еще не сделали. Вводим количество монет для вывода. Далее нас просят указать наш адрес кошелька Prism. Откуда его копировать, показано в окне справа. После адреса, нам необходимо указать публичный ключ кошелька.
Заявка на вывод оформлена. Среднее время выплаты от 30 минут до 24 часов. Как только заявка будет проверена администратором, вам придет уведомление, а на ваш кошелек придут монеты призм. Спасибо за внимание. Всегда с вами, команда продвижения призм.